А я, Земля, обращаюсь вокруг себя за 24 часа, чтобы каждый на моей планете увидел и день, и ночь. Потому что я самая яркая звезда в центре нашей Солнечной системы. Нил, это реплика Солнца. Ты играешь Землю, не помнишь? Да, но реплики Солнца такие классные, мам. Можно я буду Солнцем? Но ты сам выбрал играть Землю, так? Быть Землей тоже очень круто. Она синяя, прямо как ты. Но, мама, почему я синий? Ты синий, как я фиолетовая, а дедушка розовый. Но почему мы настолько разные? Ну, что ж, пошли готовить ужин. Что на ужин? Карри. Голубой карри. Что ты видишь? Ничего, да? Потому что вначале всюду было темно. Насколько темно? Темно, как с закрытыми глазами. А без такой темноты, как мы увидим звезды? Из всех планет нашей Вселенной Земля самая особенная. Почему? Потому что мне нравится. Мама! Ладно, ну, на Земле есть жизнь. Только посмотри вокруг. Растения, высокие деревья, животные, люди — все такие разные. Столько культур и разных блюд. Как не полюбить? Но почему? Я не понимаю. Окей. Сперва принесешь из холодильника пару овощей? Хорошо. Что же мне взять? Так, мне нужна пара луковиц, картошка, морковка, репа. Фу, я ненавижу репу. Помидоры вкуснее. Можно мне взять помидоры? А я люблю репу. И она в рецепте карри. Так же, как и помидоры. Если будешь таким придирой, упустишь множество вкусных блюд. Привет. Будешь репку? Да. Я тоже ее не люблю. Вот, возьми помидор. Все же важно. Сможешь все донести за раз? Я оставлю свет, дорогой. Такие же. Нет? Серьезно? Но помидоры тоже очень вкусные. Может, вы попробуете? Ты уже несешь овощи? Ох, точно. Мама, почему некоторые не любят помидоры? Они же такие сладкие и вкусные. Прямо как репа? Серьезно? Конечно. Апчхи! Будь здоров. Репа становится нежной и очень вкусной с другими ингредиентами. Каждый ингредиент дает блюду свой уникальный вкус. К примеру, помидор делает карри густым. А куркума дает золотистый цвет, а паприка добавляет остроты. И все эти вкусы вместе делают карри незабываемо аппетитным. Что это трещит? О, это жар огня. От него все кипит и шипит. Но от этого так много шума! Тепло заставляет ингредиенты реагировать друг с другом. Смешивать не всегда легко. Оно горит? О, Нил, ты слишком близко, осторожно. Ауч! Все хорошо? Это не страшно. Всего лишь капля масла. Бывает. Знаешь, я тоже обжигалась. Мама, ты плачешь? А, это от лука. Я тоже. Ладно, пойдем, закончим наш карри. Ммм, как вкусно пахнет. Нужно продолжать мешать его и смешивать, пока все не найдут свое место. Ты говоришь про овощи, правда? Ну, а ты как думаешь? Поедим?
Да, конечно. Репа такая вкусная. Озвучено проектом Sensei Media в 2022 году. А что на десерт?